Итак, мы находимся в Санкт-Петербурге на Воронежской 2 в баре-клубе Грибоедов. Вот, и сегодня тут супер событие, которое... Сегодня здесь проходит полуфинал 140 BPM. 140 BPM. Куча народу хочет посмотреть, как один MC разъебет другого MC. И это будет реально прикольно. Итак, ребята, единственное, что я вам скажу, я впервые пришла на 140 BPM. Мне тут даже печать поставили 140 BPM. И я впервые посмотрю на батл вживую. Hindi, Donda, no talk, don't check. Came in, one man, three cap, four cap, one yard, I love that. 23 and one jump man. Like my enemies, she won't come back. East side, all day the young G's rag. North face, skin blast, M charge, G5 in that court case. Biscuits, a witness in my district, a man a short the cake. Man, I'm all the way to the walk straight. Закончился батл, который я посмотрела, их было 4 пары, да? Да. 4 пары было. На самом деле первый батл я услышала, и я подумала, ну да, это те самые батлы, которые я посмотрела, как у там, Соня Маргуладова, Ноины, хотя бы что-то приближенное. Нам выключили свет. Я, наверное, чего-то не понимаю вот в этом моральном унижении оппонента, причем безосновательного какого-то и бессмысленного. Ну, не знаю. Это может ужасно. Быть, в этом есть какой-то кайф. Нет, это было мелодично. Было мелодично. Мелодично. Было мелодично, хотелось танцевать под это. Нет, не хотелось. Реально. Абсолютно не хотелось. Вот. А вот эти ребята, кстати, клевые очень ребята. Вот. Им есть куда развиваться, к чему стремиться. И я считаю, что это действительно... Перспективные ребята, голосуйте за нас. Номер 2 под ссылкой в описании. Да, или и как... Вот, да. Меня зовут Сергей, да, его зовут Сергей. В ВКонтакте, а вот там два пилотов, то есть Отто, иди сюда. Я Отто, и, короче, запомни мой кодовый номер. Номер 4212, окей. Запомни мой кодовый номер. Каждый день лажа, новый ты лажа, снова мы потонем. Окей, запомни мой кодовый номер. Я переехал, но снова падаю в родном городе. Запомни мой кодовый номер. В общем, ребята, ссылки смотрите в описании, я вас всех люблю. Вот такие вот тут в Санкт-Петербурге проходят батлы. Нет, на самом деле было клево. Пошумим! Вот, и закончился батл. И все поехали на автопати, или как это можно называть. И мы сейчас ждем, когда ворвутся сюда 20 клевых человек и раскачают эту движуху. Так, внимание, обращаюсь ко всем сегодня людям, которые пришли в данное заведение для того, чтобы провести культурное время. Давайте проведем его не культурно. Итак, мы находимся в Санкт-Петербурге, канал Грибоедова 7, Хейс Клаб. И сейчас ребята, которые пришли после батла сюда, 140 BPM, устроят тут офигительный концерт, и мне повезло здесь присутствовать. Ребят, пошумим! Вот и закончились мои выходные с саунд-продюсером Сергеем в Таланже.
подписывайтесь, слушайте его треки. Он пишет реально обалденную музыку. А если вы думаете записать какой-нибудь суперхит, то, наверное, это единственный человек, к которому бы я обратилась. Потому что делает он реально клевые вещи. В принципе, вы это все сами уже увидели. И вот парадоксально, короче, в чем, что типа выходные прошли, как бы вроде столько было дел, но типа как будто бы мы ничего не успели. Ничего себе, мы ничего не успели. Мы посмотрели, как записываются несколько человек, потому что мы даже не все отсняли. То есть несколько групп к тебе приходило. Потом мы с тобой съездили на 2 дня рождения, мы с тобой сходили на концерт «Негатива», мы с тобой сходили на BPM, 140 BPM, и плюс мы сейчас здесь сидим на автопате. И единственное, о чем я жалею, о том, что я не выбрала себе профессию, саунд-продюсером хочу быть теперь, потому что, ну, действительно, человек ведет активную жизнь, и при этом он постоянно в тренде. Ну, то есть он... Блин, он создает эти тренды. Господи, о чем вообще речь идет? Да я еще вернусь.